Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом пирога под названием «Сумасшедший пирог». Этот пирог у меня записан в моей кулинарной книге еще со школьных времен и периодически меня выручает. Например, когда дома нет сладкого, а в магазин идти неохота. А нужно что-то приготовить к чаю, и не просто что-то, а что-то очень вкусное. Пирог готовлю сразу на две порции, так как он быстро съедается. Также под видео напишу рецепт в стаканах, как вы любите. Итак, приступаем. Отмерим 400 грамм сахара, добавим 1 пачку ванильного сахара. Отмерим 400 грамм муки, добавим 1 чайную ложку соды, немного соли, добавим 50 грамм какао-порошка, просеем к сахару и перемешаем. Вливаем 450 мл молока, если нет молока, можно влить воду комнатной температуры, получится постный вариант, у меня сегодня как раз на воде, можно добавить сок. Вливаем 150 мл растительного масла, перемешиваем венчиком до однородности. Теперь добавляем 2 столовые ложки 9% уксуса, перемешиваем, тесто сразу становится воздушным. Берем подходящую форму, смазываем растительным маслом, переливаем тесто, разравниваем. Ставим в разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 30-40 минут, все зависит от вашей духовки. У меня духовка электрическая, нагрев вверх и низ, требуется 35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. По желанию готовый пирог смазываем растопленным шоколадом, повидлом, джемом или вареньем. Можно разрезать на коржи и промазать кремом, получится очень вкусный торт. Корж получается влажный и не требует дополнительной пропитки. В двух словах, необыкновенный на вкус, несмотря на простой состав. Кстати, такой пирог придумали в США в период дефицита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите в комментарии. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!